Вы смотрите новости онлайн. Полиция доказала, что не все, о чем говорила балерина, правда. Личного водителя Анастасии Волочковой, Александра Скирдача, поместили в СИЗО. Полиция доказала, что Александр обворовал танцовщицу, но сумма оказалась гораздо меньше, чем та, о которой говорила балерина. В ходе расследования следователи накопали доказательства о присвоении только 90 тысяч рублей. В частности, водитель получал от Волочковой деньги на техническое обслуживание автомобиля. Но далеко не все их тратил по прямому назначению. 32 тысячи он попросту положил в карман, но на этом не остановился. Скиртач также стащил и ноутбук балерины стоимостью 59 тысяч рублей. Куда же делась остальная, якобы украденная сумма, пока неизвестно. Александр приходил на программу «Пусть говорят», где полностью отрицал свою вину. По его словам, все обвинения – это лишь фантазия балерины и ее приближенных. Волочкова наняла водителя после того, как ей подарили автомобиль за 15 миллионов рублей. Александр, по словам Анастасии, ей понравился, и она доверяла ему перевозить деньги, полученные за выступление. Как потом оказалось, водитель обворовал ее. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!